Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online.gdz.net, номер 891. Сравним два отрицательных числа. По правилу, из двух отрицательных чисел больше то, у которого модуль меньше. Значит, надо найти меньший модуль у двух чисел. Это число будет и большим. А минус 1 вторая и минус 1. Модуль числа минус 1 больше, значит, это число будет меньшим. Минус 1 меньше, чем минус 1 вторая. Б. Минус 1,1 третья и минус 1,1 вторая. Модуль числа минус 1,1 вторая будет больше, чем модуль числа минус 1,1 третья. Значит, это число будет меньше. То есть минус 1,1 третья будет больше, чем минус 1,1 вторая. В. Минус 2 и минус 1,1 третья. У числа минус 2 модуль больше, значит, оно будет меньше. Г. Минус 5 шестых и минус 1 шестая. Модуль числа минус 5 шестых будет больше, значит, это число будет меньшим. Д. Минус 11 седьмых и минус 7 одиннадцатых. 11 седьмых – неправильная дробь, то есть здесь есть целая часть. Значит, модуль числа минус 11 седьмых будет больше. Значит, это число будет меньшим. Е. Минус 2 третьих и минус 3 четвертых. Приведем дроби к одинаковому знаменателю, к знаменателю 12. Получим дробь минус 8 двенадцатых и минус 9 двенадцатых. Модуль числа минус 8 двенадцатых меньше, значит, это число будет больше. Значит, и число минус 2 третьих будет больше, чем число минус 3 четвертых. Ж. Минус 4,12 сотых и минус 4,21 сотая. Модуль числа минус 4,12 сотых будет меньше, значит, это число будет большим. И Z. Минус 7,3 десятых и минус 7,3 сотых. Модуль числа минус 7,3 десятых будет больше 30 сотых, чем модуль числа минус 7,3 сотых. Значит, это число будет меньшим. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.